Ну, я здесь уже заплатила, мы сейчас поиграем здесь. И здесь, но здесь нечего. В принципе, так Винни-Пух какой-то кривой весь. Вау! Это было просто феерично, но больше и нечего, в принципе, пробовать, кроме этого подмятого Винни-Пуха. Будем его, да, дочь, пробовать? Да. Это он вообще его. Тоже ставлю. О, ребят, вы видели? Мы видели, чудеса. Кстати, ребята, спасибо, что подписываетесь на нас. Спасибо, что ставите лайки, комментируете нас. Нам очень приятно. Ой! Опа! Ну, я думаю, мы его заберем. У меня тяжелый. Ну да. Главное не сдаваться. Да, и белиться до конца. Да, до конца. А может, голову его не убивает? Ну, сейчас я не вижу, доченька. Вот, откинул. Ну, такой достаточно большой для этого автомата. Стала женщина, за семьи комментирует по духу. Посадили мы его. Только не в дырку, пожалуйста. Много на него тратится тоже неохота. Но ролик снимать надо. Обещала каждый день выкладывать. Ой, уже одной ногой, ребята. Сейчас бы главное не скосячить. А, скосячила. Подожди, мы не будем прыгать с аппарата на аппарат. Давай медведя заберем. Уже добьем его и все. Пойдешь играть туда. Он сейчас, походу, в дырку завалится, ребята. Как это будет обидно. Угу. Пожалуйста, давай только не в дырку. А, опять падает. Он уже второй раз почти. Почему сильно захватывает, да, подписчик? Конечно, на него много не хотела бы тратить. Ну и сдаваться. Ну и сдаваться тоже. Так вот всегда попой. Ну, я уже хочу, конечно, принципиально его выиграть, этого Винни-Пуха. Просто когда здесь будет сильный захват, я уже туда-сюда, видать, тяжелая. Доставай, мы же сразу покажем. Я же забыла, что я хотела сделать. Все. Смотрите, какой сейчас покажи, дочь. Кстати, ребята, что я хочу сказать. Он такой нормальный.
Мягенький. А там еще одну игрушку мы уже выиграли, дочь. Ты забыла, что ли? Ну все, доигрываем две попытки и уходим. Может, здесь играть не на что. Винни-Пух нас ждал. Девочки. Кстати, я сделаю начало видео. Там мы уже играли сегодня в автомате, но не сняли. Так, сейчас я вам покажу игрушки. Давай. Ну, в принципе, вот такие вот игрушки мы выиграли. Давай поиграем в этом. Давайте. Ребята, подпушка. А можно так мне попробовать? Ну, давай. Ты что-то... Ты хоть смотри, не на пустые. Смотри, не на пустые. Мышка какая прикольная. Ну, да. Давай, о, давай, что-то давай, все пусто. Вообще не хочет. Видели, вот. Вот видите? Видишь, какой он? Все мимо, дочь. Ну, давай еще раз. Один раз и все, и будем заканчивать. Подожди. Это целится. Ну, а я что тебе? Он с первого раза... О, давай, нет. Видишь, он с первого раза не нажимается. То есть вообще... Ну, дочь, это как-то нечестно. Ну ладно, давай еще раз и все. Ради ребяток. Да, ради. Мне кажется, здесь просто хоть нажимай. И... Да. О, еще чуть-чуть и все. И буй. Да, да, а, да, блин. Да, да. Ну здесь. Да ну нафиг. А почему? А почему он не отдал? А почему он не отдал? Это что? Было нечестно. Это нечестно. Ладно, мы сейчас скинем это видео и покажем хозяину. Ну все, говори всем пока-пока. Так, ребят, в общем, пришли домой, решили вам показать. Винни-Пух достали. Он оказался очень классный. Мягкий такой. Фирменный. Ну, не дешманский. Достаточно большой по сравнению вот с этой игрушкой. Если сравнивать, то Винни-Пух достаточно такой огромный. Вот. Но вот этого, Влад, надо это делать. Но вот этого очень жалею, что не сняла. Думала, я его вообще не подвытащу, но... Я его подвытащила и не сняла. Вот. Так что вот такой вот у нас сегодня получился ролик. Всем пока-пока. Говори пока. Пока.